Всем привет, с вами снова я, Black Falcon. Сегодня я буду продолжать, короче, Crash Bandicoot. Сразу скажу, что видео будет коротким, потому что я в не очень хорошем состоянии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, кого же всего по-прежнему. Что ж, погнали. Все же мой соперник это Папу-Папу. Или как его тут перевели? Там-там. И сразу дали двойную машку, это хорошо. Ошибаюсь, но Лёша мне ничего дал. Ещё раз ошибаюсь, но он ничего дал. Что ж, победа за мной. Сразу что-то катящиеся камни. Так, пока неплохо. Берем какую-то бомжа. Машку берем. Теряем машку. Берем другую картинку для бонуса, для более сложного. А лишь не берем, это хорошо. Чекпоинт. Машку взяли, это хорошо. Того, что побили. Уходим. Как все идет неплохо, чекпоинт. Как же я люблю эти прыгалки. Берем вторую картинку беременного майонного бонуса. Все-таки я их снимал с этими прыгалками. Люблю это делать. Так, кто глохнули. Теперь у нас двойная мышка. Это хорошо. Успешно походим. И отправляем все в бонус. Я просто хочу взять все лясики. Взял жизнь. И глохнулся. Жаль, что не сохранился. Что ж, погнали. Нам сразу дали чекпоинт, как и полагается. Машку теряю. Рунщину рискую. У нас есть еще одна машка. Это чудово. И я падаю вниз. Что ж, погнали. Все-таки, кто не рискует, тот не пьет шампанского, явно. Из-за этого надо рисковать. А сейчас пойду в очень тяжелый бонус. И сразу по кисточке падаю. Что ж, 7 жизней, это неплохо. Теперь нас ждет дикий хляк. Что ж, погнали?
чекпоинт. Якобы нем все-таки прикольно скакать. Ко мне удалось упасть все лясики. Чекпоинт. Один лясик попустил, ничего страшного. И то по один успел их попытки. Да, попустил я всего один лящик. Что страшного? Что ж, крепость аборигенов. Думаю, если все пойдет как по маслу, то это будет последний тул на сегодня. Это жесткий тул, туда очень много прыгать. Жаль, картинку для бонуса. Берем маску. Так, пока все неплохо. Быстренько побегаем, чекпоинт. Бываем штук, которые хотел наш скушать. Так, легко для бонуса. А вот эти штуки я ненавижу. Жизнь взяли. Теперь у нас 10 жизней. Я шевелился, полный мучалыш. Так, ждем, пока огонь сейчас погорит. Походим. Щиток убиваем. Берем чекпоинт. Все пока спокойно. Берем жизнь, теперь наш шарик 11 жизней. Чекпоинт взят, это хорошо. Так, походим, походим. Машку я потерял в своей ошибке. Решение мне удалось, а теперь у меня 12 решений. Это хорошо. Так. Опять будут те штуки, которых я ненавижу. Что ж, идем в бонус. Сейчас сохраним себя, надеюсь. Жаль одну жизнь. Я сейчас рисковать не буду. Так. Наша жизнь, точка сохранения получена, это хорошо. Так, сохраняемся. Тогда, я думаю, пойдем в тул. И на этом все. Чекпоинт нам дали, это хорошо. Что ж, погнали, мучивши. Давайте вашу мяшку. Сейчас так смешно увидеть. Чекпоинт. Прыгаем на черепахе. Забиваем плоды вампа или вумпа, я не помню. Все-таки вроде бы вумпа.
Так. Походим. Машку кидаем, Маша пошла. Достаточно спокойно. Что ж, я сгорел. Ну что ж, жизнь у нас есть, попробуем еще раз. Что-то плохо. Ключного шашенщика, которого потеряли. Пока все спокойно. Даже несмотря на то, что это очень бычачий ютуб. Фух, пошел. Сейчас будет вот. Не люблю эти штуки. Нам дают 4 жизни, и все, что мы пойдем, имея 19 жизней. Неплохо, да? Теперь у нас 20 жизней. Двадцать одна. И я похожу на доктора. Походу у нас тут будет уже другой остров. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях и подписывайтесь на мой канал. До скорого!